Біля вугільного об'єднання зібрались близько сотні чоловік. Закликати приєднатись до протесту шахтарське керівництво. Всіх до середини не пустили. На перемовини рушила делегація на чолі з мером міста. За годину вони повернулись. Но еще раз подчеркивалось полное недопущение увольнения людей за выражение своей жизненной позиции. Поэтому, если будут такие факты, я прошу обращаться к руководству ГПДонбасс Антрацит, сейчас исполняет обязанности генерального директора, технический директор Харченко. Я прошу обращаться лично ко мне, потому что каждый этот случай будет расследоваться, и он не будет допущен. Поднят вопрос о позиции профсоюзов, и решено провести посменное собрание для того, чтобы шахтеры могли высказать свое мнение и уже организовать это в виде заявления и обращения. Значит, что касается остановки угольных предприятий, об этом не может быть речи, потому что все мы знаем, что угольное предприятие – это такое производство, которое легко остановить, но очень сложно запустить. Поэтому работа предприятий будет вестись абсолютно в том режиме, в каком должна вестись, но совместно с профсоюзами те люди, которые хотят выразить свою гражданскую позицию, которые хотят участвовать в работе народных дружин по охране общественного порядка в городе, а об этом говорил и начальник нашей милиции, потому что на сегодняшний день не хватает ни милиционеров, ни людей, которые могли бы обеспечивать этот порядок. Всем этим людям в соответствии с графиками, которые представители шахт совместно с представителями общественности и народной самообороны выработают, они будут вести дежурство по городу. Здесь не кучка сепаратистов, это мнение жителей города. И то, что сегодня жителей здесь стоит мало, потому что я понимаю, что сейчас начнут обсасывать, почему здесь собралось 100 человек, а не 1000, и нет. Люди, во-первых, работают на своих предприятиях, и они не могут покинуть свои рабочие места. И я думаю, что через их представителей в общественности и в профсоюзе мы этот вопрос урегулируем. Міський голова запевнила, серед мешканців Красного Луча немає бажаючих захоплювати адмінбудівлі і правоохоронні органи. Подібні дії вважатимуться провокацією. Також на імпровізованому мітингу оголосили про створення народної самооборони. Штаб знаходиться в будівлі колишнього Зеленбуду. За словами організаторів, їхня мета – спокій міста. На перехресті, як і минулого тижня, майорять прапори України, Росії і Білорусі. Тут поки що головний пост краснолуцьких протестувальників. Звідси людей щоденно відправляють до Луганська. Там вони чергують у наметовому таборі і беруть участь у мітингах. Олександр Ковальчук, Юлія Чечуліна, новини телеканал «Луч».